Срочно отправляйся по адресу улица Кирова, 32. Я спал 100 лет! Солдаты братства Русичей заподозрили Игоря в том, что он помог мне. Это сигнал тревоги. Всем собраться! Всеобщий строй! Быстро! Видимо, часами меня ранили. Чудо пристег. Франкенштейн, ты слышишь это? Ты слышишь эти выстрелы? Что же там, мать его, произошло? Я просто ума не приложу, что же там случилось? Все, братство Русичей в огне! Там кто-то 100% еще остался жив, и мы должны это проверить, Франкенштейн! Я не просто так пробежал 1000 километров. Не просто так, чтобы остановиться в самом конце. Все же, судя по развалинам, я опоздал. Рейдеры Единой России добрались быстрее, чем я. Но я не вижу никаких лодок. Черт, видимо, они прошли через метро, точно же. Они доплыли на лодках и через метро вышли на базу братства Русичей. Столько трупов, все в огне. В любом случае, друзья, спасибо вам огромное за вашу поддержку. Спасибо вам за ваши лайки. Только благодаря вам выходит новая серия зомби-апокалипсиса в России. Проплыть по этой зараженной радиацией в воде у меня точно не получится. Если я спрыгну сюда, то я превращусь в мутанта. Или хуже того, я превращусь в кого-то похожего на Франкенштейна. Не в обиду, Франкенштейн. Нам придется паркурить. Хоть я и в этом не силен, но я должен это сделать. Франкенштейн, осторожно, иди за мной. Франкенштейну, в принципе, не страшно, даже если он упадет прямо в эту воду, потому что он и так, черт возьми, уже мутант, и ему ничего не страшно. Фух, у меня получилось. Франкенштейн... Да, Франкенштейн решил все-таки плыть пешочком. Ну ладно. Я не вижу ни одного живого человека, вы посмотрите. Тихо, тихо, Франкенштейн, ты чего? Здесь везде все взорвано. Видимо, рейдеры Единой России пришли вместе с какой-то артиллерией, потому что... Черт возьми, вы посмотрите. Здесь все взорвано, машины взорваны. Стоп, подождите-ка, посмотрите, это вертолет! Это очень хорошо, что здесь есть вертолет, потому что это очень хороший будет план отступления. Слышишь, Франкенштейн, мы сможем улететь с тобой! Осталось только найти Игоря, спасти его и улететь нахрен отсюда. Черт возьми, а как же мне попасть вовнутрь? Здесь сломаны все рычаги. Хотя, в принципе, могу зайти вот так вот. Твою ж мать, просто десятки трупов. Даже в главном здании все мертвы. Все абсолютно мертвы. Возможно, Игорь каким-то образом смог запереться в своем кабинете. Хотя это маловероятно. Кабинет генерала. Черт возьми. Игоря здесь тоже нету. Он забрал все свои вещи, а где же... Черт, опять выстрелы. Откуда же они идут? Медпункт. Доктор тоже мертв, Франкенштейн. Доктор тоже мертв! Даже если кто-то ранен, никому не смогут помочь, потому что даже доктор мертв. Подождите-ка, раз рейдеры Единой России нападали через метро, возможно, выжившие есть в метро. Нет, здесь только одни трупы. И нет никого выжившего. Кабинет инженера Павла! Где-то здесь же должен быть Ярик! Подождите! Где Ярик? Я точно помню, раньше здесь был Ярик! Слышишь, Франкенштейн? Здесь был Ярик! Но Ярика нет. Возможно, они куда-то его переместили. Возможно, он убежал. А где же инженер Павел? Неужели инженера Павла тоже убили? Подождите-ка, это сейф Игоря? Или сейф инженера Павла? Записки Павла. Я работаю в братстве Русичи уже практически 2 года. Я знаю свое дело и всегда верил моим братьям по оружию. Но в последнее время я стал замечать что-то очень странное. И пока что для меня непонятное. Я опасаюсь за свою жизнь. Я в большой опасности. Что он начал замечать странное? В какой он опасности? Наверное, он имеет в виду рейдеров Единой России? Если меня убьют... Я надеюсь, что эти записи попадут в нужные руки. Я решил перерыть старые записи братства Русичей. Мне стало интересно узнать историю уже своего родного поселения. Но я не нашел ничего. Первые упоминания о братстве Русичей возникают около 3-4 лет назад. Мне все вокруг твердят, что это ложь. Но ведь правда, Игорь рассказывал, что до него был другой генерал, что братство Русичей основались еще сразу после Третьей мировой войны. Какие 3-4 года? Что братство Русичей было основано еще десятилетия назад. Да, я про это и говорю. И да, наверное, они правы, но куда?
Куда же тогда пропали записи? Генерал Игорь все время просит настроить радиоволну, чтобы с кем-то связаться, но он не говорит с кем. Это очень странно, потому что эта радиоволна не подходит ни к одной базе братства Русичей. Может быть, это его друг Жека? Не знаю. Нет, Игорь не выходил со мной на связь. Он не выходил со мной на связь с помощью каких-то радиоволн. Я провел исследование над Яриком и выяснил, что он... О, черт, они пришли. Ключ. Это... ключ. Какие он провел исследования над Яриком? Я знал, что в братстве Русичей над Яриком проводят какие-то эксперименты, но что он мог сделать? Возможно, он вылечил Ярика, но куда же он тогда делся? Опять выстрелы. Черт возьми, эти выстрелы доносятся прямо из братства Русичей. Они доносятся с того места, где они пытались меня повесить. Тихо, 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 черт возьми. Смотрите, дедушки Ивана нету, оружейника нету. Черт, что здесь происходит? Аккуратно, Франкенштейн. Аккуратно. Вам все это время твердили сказки про то, что рейдеры Единой России — это вселенское зло, которое нужно уничтожить. Но вы не понимали, что на самом деле злом является... ваше братство Русичей. С этого дня каждый неверный, кто будет противоречить моей власти, будет публично расстрелян. Отныне будет непокоримый союз между рейдерами Единой России и братством Русичей. О, господи, так в братстве Русичей не просто кто-то хотел захватить власть! Этот кто-то, рейдеры Единой России! И братство Русичей объединились с рейдерами Единой России! Они хотят расстрелять всех неверных, а то есть инженера Павла, дедушку Ивана и теперь Игоря! Черт возьми, что же мне делать? Если я сейчас вмешаюсь, то они расстреляют и меня! Их слишком много! Нет, господи, Игорь, нет! Ваш... Я столько лет был вашим генералом. Кто вы такие, чтобы меня просто вот так вот взять и расстрелять? Кто вам дал вообще право? Ладно, хорошо. Мы посадим тебя в тюрьму. В тюрьму. В тюрьму быстро его. В тюрьму предателя. Лучше убейте меня здесь, чем посадите в тюрьму. Я не хочу догнивать там свои лучшие годы жизни. Посмотрите, они все просто куда-то ушли. Возможно, они пошли, я не знаю, возможно, они пошли убивать мутантов в окрестностях или собирать какую-то добычу. Но их здесь нет. Они увели Игоря в тюрьму, и здесь их больше нет. Черт возьми. Инженер Павел, дедушка Иван, покойтесь с миром. Я не знаю, сколько у меня есть времени. Я должен спасти Игоря. Черт возьми, если у меня все получится, я просто убегу отсюда с Игорем, и мы больше никогда не вернемся в это проклятое братство Русичей. Я с самого начала знал, что здесь попахивает предателями. Так, вроде бы пока что никого нет, я должен быстренько спасти Игоря. Игорь, черт возьми, быстро выходи отсюда! Жека, ты сюда пришел? Зачем? Зачем ты это сделал? Я же говорил, никогда не возвращаться сюда. Игорь, я пришел тебя спасти. Ой, дурак. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты все-таки попался. Хорошо сработано, генерал Игорь. Что? Игорь? Какой генерал Игорь? Что сработано, Игорь? Если бы ты был хотя бы немножечко умнее, ты бы не пришел, как я это говорил. Но это была приманка для того, чтобы выманить тебя сюда. И на самом деле, я один из рейдеров Единой России. Надо было мне все-таки идти искать урановое топливо. Игорь оказался предателем. Мне нет смысла больше что-то делать в этом мире, если даже мой лучший друг оказался предателем. Завтра меня казнят. И на этом все наконец-то закончится.